подписывайтесь на канал. Привет, друзья! А перед просмотром этого ролика я снова хочу вам посоветовать форум pokemonus.ru. Теперь администрация этого форума сделала конкурс на 500 рублей на счет мобильного телефона, а в теме с вашими предложениями для моего канала я уже многим ответил и продолжу отвечать. Ссылка на форум и на тему с предложениями для моего канала есть в описании. Обязательно заходите, приятного просмотра! Всем привет, дорогие друзья, с вами как всегда Мистер Кота, и сегодня со мной нет Димы. Мы продолжаем искать покемонов, и навстречу приключениям идем сегодня вообще на край города и решили немножко отдалиться от центра для того, чтобы поискать покемонов еще где-нибудь. И как раз сейчас мы пришли к какой-то башне на Почте России. Эта башня захвачена красными. И сейчас мы будем ее отбивать. Здесь у нас стоит Дроузи, здесь у нас стоит Гипно, здесь у нас стоит еще один Гипно. Ну, наш Тефтель спокойненько это все дело разнесет. Ой, я не... Ну да ладно, не страшно. Разнесет наш Тефтель это дело. Спокойненько, вот. И проверяем, насколько это будет быстро. Ну, Дроузи отлетит с первого удара, наверное. Я так считаю. Воу, Дроузи держится? Неужели? Это очень странно. Дроузи точно так же, как Гипно держится, серьезно. Вот мы добиваем второго Гипно. И теперь... Нам придется побиться еще разочек или два разочка даже, чтобы эту башню до конца уже отбить. Потому что полностью мы ее не выбили. Вот мы и отбили эту башню красных. И сейчас поставим сюда своего покемона. Этому у нас будет... Так как эта башня далеко, я поставлю сюда какой-нибудь Гипно на 1000, которого мне совершенно больше не пригодится в ближайшее время. Идем дальше, ребята. Друзья, мы пришли до такого покестопа на краю вообще города. Он называется киновидеоцентр. Вот он, собственно, и есть наш киновидеоцентр омский. Вот, собираем покестоп. Ух ты, аж 4. Вообще тут на краю просто ничего нету. Просто пустота. Даже покемонов нету. Поэтому сейчас будем возвращаться обратно. 1127! 1000! Капец, ребята, я случайно нажал на яйцо, было оно у меня 10-километровое. Я случайно на него нажал до того, как включили камеру, выпал пинсер или пинсир. Не знаю, как там, поправьте меня, пинсер, в общем. 1127 комбат пауэра, прикиньте, 1127 и 29 конфет. Я могу его еще поварапить и поварапить. О, это у нас, напоминаю, край города. Друзья, еще 2 5-километровых яйца. Смотрим, кто у нас из них вылупится. Я надеюсь, что-то будет нормальное. Это прям... О, кто это? Я не помню, как его зовут. Я видел его, я реально его видел. В мультике даже. Сенчурю. Вау, забавный. 396. Его можно эволюционировать, надо 50, но у меня всего 16. И еще одно яйцо сразу же, давайте, смотрим. Смотрим, кто у нас тут будет. И надеюсь, что это тоже крутой. И это... Ой, это же эволюционированный этот. Или не... Нет, это не эволюционированный, но... А, мне надо 50, а у меня 45, тентакуль. Ну, 445 комбат пауэра, то есть могу эволюционировать его уже достаточно сильно. Ладно, ребята, идем дальше. Просто сними и... Это вообще как надо было так совпасть, чтобы заяц сказал, именно выделил в тот момент. Я не знаю, он сам попросил. Он выделил, типа, там банк тебя найдет и побьет руками. Жукова не твоей сейчас? Нет. Хотели пойти, типа, там хотя бы руками избить. Но суть в том, что такого был процесс, что ты смотришь, и одновременно он об этом скажет. Да, что смотреть, ну, у тебя там ничего интересного нет. Понятно. А мы наоборот туда. А, удачи. Ну, давай. Тафбан. Только что Тафбан сказал мне, типа, удачи, там будет сложно тебе и так далее. Ну и да, действительно, я вижу здесь вышка, на которой стоит вот этот вот Флиффи, да, и Тафбан.
Голдак 1396. Я хочу тебя немножко огорчить, дружище, но Тефтель пойдет в бой. Голдак. Проверим его как в бою. Пока что ничего существенного он мне не наносит. То есть спокойненько разносим Голдака. Это я еще без уворотов играю. Хотя могу, в принципе, уворачиваться. Таким вот образом, да. И вообще все предельно просто. Сори, Тафбан, сори. Ну, как бы да, такое. Все. Теперь, когда эту башню мы спокойненько отбили, я ставлю сюда свою старми. И, ну, в принципе, таки неплохо, неплохо. Поехали дальше. Телепузик. Друзья, только что купили в магазине вот такую фигурку Пикачу. Она классная, не правда ли, да? И вообще она не просто фигурка, а для игры в Nintendo Wii U. Но у меня Nintendo Wii U нету, и я просто буду использовать его как фигурку. Я считаю, что ничего такого. Просто таких фигурок качественных вообще мало где можно найти. А также я купил какие-то карточки покемонов. Говорят, что есть такие вещи, какие-то там типа карточки, карточная игра. Вот. И давайте посмотрим, что у нас вообще внутри будет. Здесь через арт нарисован, как я понимаю, на огненная вспышка, 10 игровых карт, коллекционная карточная игра Pokemon 12+. Вот. Ну давайте посмотрим. Я буду рад, если хоть один покемон из игры на данный момент здесь будет. То есть это будет прямо классно. Распаковка. Да, анбоксинг. Вау! Вау, прикольно. Здесь у нас есть 10 карт. Давай вытягивать. Давайте будем по одной вытягивать, да, как во всяких открытиях кейсов там. Что же попадется? Сидот. Или Сидот, не знаю. Призыв семьи. Ла-ла-ла. В общем, нет такого покемона в игре. Следующая. Скрелл. Скрелп. Ядовитый плевок. О, это у нас Спритцы. Ветер-фей. Ненадежная атака. Ой, смотрите, она переливается, кайфово. Огненная грива, это Литлео. Красивый. Красивый, наверное, да? Наверное, редко. Себе заберу, да. Форетрес. Шторм шипов и железный удар. Да, я вообще не разбираюсь в этих картах. Буйзел. О, прикольно вообще выглядит. Водомет, быстрая атака. Ну, этого мы видели, когда я уже открывал. Двойное царапание. Байнакл. Три карты у нас остаются. Давайте не. Там чуть я аптеки лучше. Громкоговоритель. Ну, в общем, это для игры, понятное дело. Хотя, давай. У меня есть две. Эту? Нет, эту. Нет, вот эту все же. Что же там? Флоэт. Буря лепестков. Бритва лист. Ну и последний я переворачиваю так вот. Да-да-да-да. Это очень... Милтанг? Господи. Вы посмотрите. Сисечки. Боже. Вау. Могущественные друзья. Молот. Это мальчик? Нифига. Нифига. И теперь давайте мы распакуем вот это вот. Самый. Я по-варварски прям вот так вот сделаю. Ой, блин, он тут красивый на упаковочке. Такой вот был. Вырежи себе. Пикачу. На компьютер повесь сзади. Утаскиваем его отсюда. Ой, какой он кайфовый. Держи. Че, Сквирл хватается за Пикачу? Вау, ребята. Он вообще очень качественный. Посмотрите. Прям он даже как бы, ну, видите? Все это у него гнется. Вот это вот как раз таки, типа, как магнитик ставится на Wii U, и можно как-то с этим играть, да? Но я буду просто так вот его ставить на стол. И вот
Такой вот будет у меня Пикачуха. Я еще хочу всяких таких понаходить. Очень крутая фигурка. Красиво. Может быть, такую же разыграю в ближайшее время, если вы поставите лайк. Вот, ребят, все. Только что эту башню сделали снова красной после нас. Но ничего страшного. Мы вернулись сюда и сделаем ее теперь желтой снова. Оп. Изи. Изи. Все. Зашибись, лето. Друзья, сейчас захватили башню, где было 7 красных с помощью моего тефтеля. И поставлю я сюда сейчас кого-нибудь посильнее, наверное. Это будет, наверное, гипно на 1212, либо Старми. Поставим сюда. А давайте Старми поставим, он посильнее будет, чем гипно. Вот, Старми. Все, пойдемте дальше. Друзья, только что из яйца, из 5-километрового мне выпал поливак. И мы теперь можем провести его эволюцию. Делаем эволюцию и смотрим, кто у нас получится. Такого у меня еще покемона явно нет. И я даже не знаю, кто это. Вот. Здесь у нас машины ездят. О! Какой он забавный. Насколько я знаю, у него 3 эволюции. Так, у нас тут зеленый. Можно идти. У него 3 эволюции. Это вторая. 705. Это Poliwhirl. Прикольный на самом деле такой чувак, но Поливак был намного милее с точки зрения внешнего вида. И сейчас будет еще одно яйцо, да? Да, еще одно яйцо 5-километровое. Смотрим, кто у нас отсюда вылупится. Это у нас будет Кочка, кстати, которую тоже мы сейчас сможем эволюционировать, Венонат. Но я пока что подумаю. Потому что вроде бы там у него несколько эволюций, и можно попробовать уже копить на третью. Вот, ребят, все. Друзья, смотрите, я нашел дома, уже пришел домой, нашел Кубона. Кубон. Посмотрим, поймается ли он с первого раза. На этом я уже буду заканчивать серию. Нет, черт возьми, я не могу. Я не поймал Кубона, ребят. Вот. Но серию пора заканчивать. Да, кот? Я надеюсь, что вы поставите лайк. Я просто больше не могу, у меня очень сильно болит губа. Я уже где-то писал, что я 3-4 дня назад ее сильно прикусил, и там образовалась язва. А лекарство, которое прижигает язву, оно, в общем, снято с производства, и мне очень тяжко сейчас вообще говорить. Поэтому все комментарии насчет того, что я картавый или шепелявый, это очень странные комментарии, потому что в первых роликах не было ни картавости, ни шепелявости и так далее. Вот. Уже поздно, как видите. Поэтому сейчас сяду монтировать. С вами, как всегда, был Мистер Кота. Всем удачи, всем пока. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, оставляйте свои добрые, позитивные комментарии. Пока-пока.